Некоторые рестораны «Макдональдс» по-прежнему открыты в России, хотя американская корпорация временно приостановила их работу. Так, на железнодорожном вокзале в Москве ничего не изменилось. Ну, мы случайно увидели, мы уезжаем в Санкт-Петербург, у нас все не работают в «Макдональдс», ребенок любит. И, в принципе, да, из фастфуда всегда выбираем «Макдональдс». Мы очень любим «Макдональдс», это наше любимое заведение общепита, и пришли именно сюда, потому что оно здесь открыто. В общей сложности в России открыты более 100 ресторанов сети. Они работают по франшизе, то есть ими управляют отечественные компании. Для нас ничего не изменилось, мы франчайзинговая организация, работаем в прежнем режиме. Корпорация «Макдональдс» приостановила деятельность в России с 14 марта, присоединившись к санкциям Запада. Ей принадлежат примерно 80% всех российских ресторанов сети. Франчайзинговые организации имеют право работать под брендом «Макдональдс», за что отчисляют часть выручки владельцам марки. В Санкт-Петербурге продолжают работать только 4 торговые точки, в Москве намного больше. Также открыты рестораны в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.